главный товар дня на телеканале Shopping Show – это ботинки от бренда Der Spur «Clarisse». Именно сегодня, когда уже по новостям говорят, что за 100 лет впервые будет такая холодная зима, мы решили подготовиться основательно. До минус 30 только натуральные материалы, которые представляет для вас сегодня Светлана Гарва, наш эксперт рубрики обувь. И представляю с удовольствием. Это любимый бренд Der Spur. Мне нравится, что эти ботинки у нас выполнены из натуральных материалов абсолютно полностью. Здесь у нас натуральный спилок, есть еще комплектация натуральная кожа. Здесь у нас натуральная шерсть, которая согревает наши ножки до минус 30 градусов. Мне нравится, что здесь у нас увеличенная десятая полнота. Лен, действительно, это очень, очень хорошая полнота, причем здесь мы видим, что округлая носочная часть вашим пальчикам будет абсолютно удобно и свободно. Мы видим, что есть функциональная шнуровка, есть функциональная молния, которую мы расстегиваем, и видим вот та самая натуральная шерсть по всей площади этих ботинок, и она будет согревать нас до минус 30 градусов. Обратите внимание на подошву. Здесь действительно очень удобный вариант. Это танкетка. Прекрасная альтернатива каблуку для зимы. Идеальный вариант, потому что сама подошва выполнена у нас из термопластичного материала. Абсолютно идеальное сцепление с любой поверхностью за счет материала и за счет вот такого мелкопористого рисунка протектора. Будет обеспечивать вам идеальное сцепление. Как же мне они нравятся. Вы знаете, у нас сегодня такой ажиотаж. Внимание, давайте выбирать уже цвета сейчас. Бежевый цвет, премиальный, как смотрится эффектно. Вы будете как настоящая снегурочка, а синий – это сапфир? Это сапфир, да, Лен, да, абсолютно. Мы, знаешь, обувщики, мы называем его темный океан, потому что действительно глубокий такой богатый цвет, и это прекрасная альтернатива черному цвету. У нас есть два варианта. Черный спилок, очень приятный, мягкий как раз-таки. Это мой выбор, чуть позже я надену, покажу, продемонстрирую. Кстати, и вариант еще есть черный кожа. Это выбор нашего эксперта Светланы Гарвы. Посмотрите, какая дорогая. Итак, выбираем свой цвет. Мы сотрудничаем с брендом Der Spur 7 лет. Распродано более 1 миллиона пар, представляете? А это значит гарантии того, что вы выбираете сегодня безопасную дистанционную покупку. При том, что в течение 30 дней вы можете поменять или вернуть свой товар, такого не произойдет. Но в любом случае, это акция, которой мы гордимся на нашем телеканале. Знаете, мои хорошие, что я скажу? Вот тоже огромный плюс. Смотрите, я надеваю их, но хочу продемонстрировать. Конечно, постоянно я развязывать их не буду, но если вдруг с горнолыжными, допустим, да, брюками, или, к примеру, я захочу надеть широкие носки, я их могу перезавязать здесь, перешнуровать, а значит, мне будет комфортно. И когда ножка побольше, и четко, когда я хочу, чтобы они были по ноге. Как выбирать размер? Здесь мы будем для себя выбирать от 36 до 41 размер в размер. Здесь у нас увеличенная 10 полнота. Это, конечно, уникальное предложение, потому что я отмечу, обычно в магазинах мы с вами видим 6, максимум 7, здесь же 10. То есть абсолютно любой ножке будет абсолютно комфортно. Причем натуральный спилок всегда подстроится по анатомии вашей ножки за счет того, что он абсолютно мягкий и эластичный материал. Согласна, Светуль, но я уже рассказывала историю, еще раз расскажу. Это поездка в прошлом году, в ноябре, перед моим днем рождения, на Дальний Восток, родственникам. Когда, понимаете, в Москве была погода там что-то минус 7, а на Дальнем Востоке была погода уже минус 27. Когда начались снегопады, город стал, и я помню, что я буквально 4 остановки шла пешком. И вот тогда я себе сказала, какая я молодец, что я инвестировала именно в обувь, потому что ноги не промокли, я себя комфортно чувствовала, и я поняла, что для меня особенно важная покупка обуви, потому что когда ноги в тепле, я работаю, я зарабатываю деньги, а когда не в чем выйти, ты сидишь дома, получается. Сидишь дома и ждешь, когда тебе принесут денег, да? Ну, смотри, на самом деле это уникальное предложение, потому что мне очень нравится. Натуральные материалы, которые используются здесь, в этой модели, очень качественные. Посмотрите, здесь у нас натуральная шерсть, причем полностью по всей площади этих ботинок. Обратите внимание, даже язычок у нас натуральной шерсти. Ты видишь, что здесь у нас союзка из натуральной шерсти. Я беру свой профессиональный инструмент и хочу замерить толщину, которую мы видим с вами в союзочной части. Обратите внимание, здесь у нас
7 миллиметров толщина натурального спилка и натуральной шерсти. И именно 7 миллиметров будут сохранять нас от холода даже 30 градусов. Обратите внимание, что здесь у нас также гигроскопичный спилок, который не боится ни влаги, ни грязи, абсолютно ничего. Я специально проводила эксперимент для того, чтобы вам продемонстрировать, как работает натуральный спилок, который еще на заводе проходит специальную пропитку силиконами для того, чтобы не бояться влаги. Вот вы видите, да, что кусочком льда я провожу по поверхности нашего спилка, и вода буквально каплями собирается и стекает с поверхности союзки. За счет этого они абсолютно водонепроницаемые. Итак, я напомню, у нас до минус 30 ботинки Кларисса. Это лучшая цена не 9500, а 3999 рублей. Это возможность ходить 10 лет для вас в любые дни, в любые снегопады, без разницы. Но самое главное – гулять, отдыхать, чувствовать зимнюю погоду, морозец. Света, у меня единственный вопрос. Скажи, да, пожалуйста, увеличенная полнота и круглый мыс. Почему мы так на это обращаем внимание? И часто звонят телезрительницы, спрашивают именно полноту. Ну, ты знаешь, на самом деле это абсолютно важный элемент в обуви за счет того, чтобы обеспечивать вам удобную посадку вашей ножки в этих ботинках. Здесь у нас увеличенная десятая полнота, за счет чего вашим пальчикам будет абсолютно удобно и комфортно. Мы видим, делает Ольга наша замер стопы, он 26 сантиметров у нее. Мы видим, что есть вальгусная деформация, и несмотря на эти нюансы, Ольга легко и быстро обувает наши ботинки Кларисса от бренда Дершпур. И ты видишь, благодаря тому, что есть функциональная шнуровка, есть функциональная молния, Ольга легко и быстро обула эти ботинки и чувствует себя прекрасно. Можно идти по своим насущным делам, наслаждаться обувью и получать огромное удовольствие. Как же удобно и комфортно. И ты сейчас подготовила для нас специальный эксперимент. Да, посмотри, я хочу продемонстрировать, да, я сейчас тебе показываю одну пару обуви. Правая полупара у нас неизменная. В левую я вставила обувную распорку для того, чтобы показать, как работает натуральный спилок. Подстраивается здесь уже увеличенная 11-я полнота. И мне нравится, что здесь у нас натуральный спилок является абсолютно формоустойчивым. Ты видишь, что я абсолютно легко достала обувную распорку, и вот как аккуратно они выглядят. Очень устойчивые. Самые теплые, самые мягкие, натуральные, не скользят. Все это бренд Дершпур и миллион удачных покупок на телеканале Shop & Show. Выбирайте 3999 рублей.